Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать два виджета, которые позволяют делать классные эффекты при наведении мыши. То есть, смотрите, первый виджет, мы наводим мышь, и у нас всплывают вот такие вот линии. Соответственно, мы можем повесить любой текст на эту кнопку и любую ссылку. Второй виджет позволяет делать вот такой вот эффект, как бы проглатывание цвета, да? Также цвета меняются. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим, как устроены эти виджеты. Из библиотеки я перетаскиваю виджет на холст. И в настройках первое поле «Текст» вы меняете текст на любой свой. Я пишу просто кнопкой и нажимаю Enter. Идет обновление, и у нас текст поменялся. Также вы можете задать размер тексту и шрифт. Выделив виджет, нажимаете на инструмент «Текст» и выбираете тот размер, который вам нужен. Далее вы выбираете шрифт, также который вам необходим. Берем инструмент выделения и немножко за край виджета его так растянем, чтобы у нас было пространство для вот этих вот линий. Если мы сейчас посмотрим на кнопку, то у нас линии получаются коротковатые, да? То есть здесь нужно, конечно, смотреть на размер текста. Слишком большой сделать тут не получится. Так, я убавлю размер до 30. И 30 – вот приемлемый размер. Сейчас смотрится уже нормально. А дальше поле URL. Вставляете любой URL. Тот адрес, на который вы хотите, чтобы кнопка ввела по нажатию. Дальше идет текст color, это цвет нашего текста на кнопке. Выбираете любой. Дальше идет параметр, это толщина вот этих вот линий. Давайте сделаем 5. И ниже цвет линиям сделаем, давайте, красный. Предпросмотр. Вы видите, что линии стали толще и они стали красными. Вот такой вот простой виджет. Следующий виджет я перетаскиваю также на холст. У него аналогичные, похожие настройки, только другой эффект. Поле «Текст» мы пишем свой текст. Поле URL также вставляйте свой URL. Текст «Color» – это цвет нашего текста. И, соответственно, «Hover Color» – это цвет текста при наведении мыши. Сделаю белый. Он, конечно же, не будет таким прям белым, но он вот такой вот получается серенький. Так что здесь только вот если так. И, соответственно, из этих кнопок вы можете сделать полноценное менюшку для вашего лендинг-пейдж. На этом я заканчиваю данный видеоурок. Оба виджета я запаковал в один архив, и вы их сможете скачать на моем сайте. Ссылочка под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!